Общество с ограниченной ответственностью турист. РСФБ страхование. По счету надо было, так сказать, у нас тысяч не знаю. Сюда. Так, вытаскиваем. Товарищ понятый, обратите внимание. Смотрите. Да. Пойдем. Что, может, из машины вытащим? Сейчас деньги разложим. Это, Серег, да, выйдем. Вот это еще погода. Сам, он с собой сейчас это все переписывать, описывать. Уже дело возбуждено. Уголовный по факту. А? По факту. Деньги у вас есть с собой, нету? Много? Ну да, снимай на всякий случай. Так, все, здесь ничего нету. Посмотрели? Да, да, смотрели. У вас один телефон, вот этот только? Да. Выключен или не работает? Не работает. А как не пользуется? Не работает. Так, не работает. Вы кому звоните? Снимаю видео. Коробки. Хоть да, в конторку. У кровати там, да? Вот там, ну, справа кровати. Еще старые. Они, да, они там еще старые взяли, которые не рабочие. Нашли, которые просто недавно, недавно им вообще уже не пользовались. Там один дочери телефон, она вообще им не пользовалась. А среди документов еще что?